Ну что, часть видео, наверное, будет на телефон. Дождик влил, и камеру пришлось прятать. А вот, пошел я без камеры. Такой сигнальчик. Это керамика, блин, как всегда. По ней лазишь. И вот выскочил что-то, шайба какая-то. Скорее всего, монета. Монета. Ну... Что за монета? Горелая, блин. А фиг его знает. Короче, шайба какая-то, надо почистить. Я так думаю, душечка, наверное. Об этом пока история умалчивает. Что это? Такой монетосик. Не удалось. Отступнул чуть-чуть, отскочила. Поел зеленка. Ладно. Вот так вот. Покажу потом на фото, что я сегодня нашел. Забираем. Оп. В общем, сигнальчики такие интересные. Ну, вот он, такой звук знакомый, как на CTX, керамика там такая, сучки. Ладно, в общем, нашел я. Вот это монетосина. Это я начал парк. Когда-то деревня очень огромная, большая. Там он еще часть во враге осталась. Тут вот по осени траву подкосили. Народ уже начал копать, бегать. Сигнальчик. Я даже, так сказать, еле заметил. О! Пином нашел, смотрите. Такой крест. Старый-старый. Блин, так очень, что он железный. Не пойму, что он реально металлический, что ли. Бьет 13, металл, блин, прям. Вот. Видно, что старенький. Находочка. Оп, ну что, сигнальчик. Тут еще сигнал, но я уже увидел, вот он. Что это такое? Походу, монетос, да. Монетосина. Здесь вот дома были. Там еще есть домик. И по этой линии вот сюда еще надо спуститься. Мне все вот это место покой не дает. К воде. Ой, тут деньга. Прикольно. Сохранчик тут в глине радует. 1700 какой-то. О, зеленеет сразу. На свежий воздух вылезло. Так, 1700. Блин, а вот тут-то я и не вижу. Я думал, 30-й, что ли.
Вот такая монеточка. Опа. Итак, я решил привести в чувство огород. Вот такой вот. Не буду его показывать. Палить место. Вот, тут убрал чуть-чуть. Керамики здесь просто море. Она повсюду. Если, как говорится, показать, где я копаю. Место старое. Начало 17 века. Вот решил ее почистить, так сказать. Тут осколков от снарядов поисков полно, от мин. И как во время войны обстреливали все это дело. Там вдалеке. Вот там храм у нас стоит. Старый. Мы его восстановили буквально за 2 года. В 90-х мы по нему лазили. Вот. Я решил тут походить все-таки. Монетки тут были старые, деньга. Как-то я уже, по-моему, видео снимал. Ну и вот сигнальчик и вот такая находочка. Оп. Вот она. А, не, он поломанный. Вот такой старый перстенек. Ладно, похожу дальше. Может, какое видео получится с этого. А пока я вот это все вот сюда вот собираю. Потому что дети бегают. Надо чуть металл отсюда вытащить. Очень долго здесь ничего не делалось. Вот я решил убраться здесь. Ладно, дальше. Сейчас покажу, что я нашел. Сигнальчик такой, ну, четкий, монетный. Но это, так сказать, почти угадал. Это была монета. Если приглядеться, витки видны. Какая-то царская монета была большая. Видите? Что-то с ней сделали. Что-то с ней сделали. Интересно, конечно. Ну ладно. Оп. Сигнальчик на моем огороде. Еще вот здесь походить. И вот там вот осколки посуды. Очень много в кустах. Возможно, там дом. Вот похоже на дымовую яму. Так, ладно, мне сигнал. Вот она монетка на ребре. Вот она. Что это, совет? Керамики тут и советской полно. Дождик влил. И после дождя классно тут ходить. Ага, ну-ка. Да, царь. Царь, царь, царь. 1903 год. 1 копейка, по-моему, да? Хотел вчера прийти, но здесь невозможно было ходить. Кокалик, конечно. Чистенько. Такая монеточка. Забираем. Вот такой. Природа просто класс. Вон там бы полазить, да? Ну ладно, сигнал неглубокий. Вижу, вот. Вот он. Монета, наверное, все-таки. Иди сюда. Что за монетка? Оп. Оп. Ух ты, нормально. Серебро. Верховой сигнальчик. Вот так вот. Копайте свои огороды. Не, ну я-то копал, я-то знал, что здесь старое место. Ох-ох. Класс. 20 копеек. 1875. Класс. Забираем. Вот что, еще один сигнальчик. Там за мной ямка. Я поднял 20 копеек серебряные, да? Вот еще. То ли тут россыпь какая-то. Надо туда залезть. Все в одном местечке. Копейка. Еще монетка, походу. Серебро. Да? Нормально. Я так понимаю, тут что-то горело. Что-то горевшее. Год уже тоже 20 копеек, 909. Надо тут походить. А
Только вот сюда вот это уже соседняя часть. Соседи попроситься. Потому что все тут рядышком. Ладно, забираем. Опа.